Шашист из Якутии будет защищать честь Санкт-Петербурга. Завтра в городе на Неве состоится матчевая встреча двух международных гроссмейстеров из Якутии и Белоруссии. За доску сядут Николай Стручков и Евгений Кондраченко. Ранее белорус сделал вызов шашистам Санкт-Петербурга и публично заявил, что обыграет любого соперника легко. Защищать честь культурной столицы вызвался якутский гроссмейстер Николай Стручков. И не случайно. В свое время на Неве первый гроссмейстер Якутии, тогда еще никому неизвестный Александр Азаров, учился у патриарха русских шашек Виктора Литвиновича. А сегодня Александр Гаврилевич, главный тренер сборной Якутии, и немало сделал в становлении шашечного спорта. Встреча Стручкова и Кондраченко состоится завтра в студии газеты «Фонтанка» по правилам русских шашек 64. Интернет-газета «Фонтанка.ру» покажет поединок в прямом эфире. Сейчас в Санкт-Петербурге нет достойных сильных гроссмейстеров. Федерация шашек Петербурга вышла на меня и попросила вас защитить честь Санкт-Петербурга. Я не смог отказать. Большинство партий заканчивались ничью. Одну-две партии я выиграл, наверное. И для него это удобный контроль. Он очень быстро играет, очень быстро считает. Именно в блице у нас баланс примерно равный, я думаю.